Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области совместно с шацкими коллегами обнаружили большую поляну наркосодержащей конопли в Шацком районе, выращивание которой подозрение пало на местного жителя. Оперативники уголовного розыска получили сведения, что 37-летний житель села Покровка ранее был судим за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Полицейские присмотрелись к образу жизни мужчины и заметили, что он нередко выезжает в село Покровка, где у него имеется домовладение. При этом мужчина совершал длительные прогулки в лесополосу в окрестностях села. Обследовав этот лесок, полицейские обнаружили делянку культивированной конопли размером 5 на 25 метров. Высокие кусты были скрыты от окружающих плотной стеной деревьев. Полицейские установили наблюдение за подозреваемым. Когда оперативники в очередной раз заметили визит мужчины в лесополосу недалеко от поляны, было принято решение о его задержании. При личном досмотре у задержанного обнаружили в одежде свежесорванные листья конопли. Во время допроса он признался, что занимался выращиванием растения для личных целей. При себе имеете наркотические средства? Да, вот сорвал. Сорвали. Здесь все в кармане лежит. Да. Тоже для личного потребления. Да. Дома у вас имеется что-нибудь запрещенное, наркотическое средство, в том числе марихуана? Да, дома на чердаке несколько кустов. Экспертиза установила, что на поляне произрастали и культивировались 180 кустов наркосодержащей конопли, причем растения были гибридных модифицированных сортов. По предварительной информации, мужчина с помощью сети интернет приобрел семена селекционных сортов конопли. Дома он вырастил рассаду, а потом пересадил ее на специально расчищенную поляну в лесопосадке. Земля на делянке удобрялась и очищалась от сорняков. Кусты выросли, и вскоре должна была наступить пора сбора урожая, но оперативники нарушили его криминальные планы. В настоящий момент оперативники выясняют все звенья цепи незаконного оборота наркотиков. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Семен Иванов, телекомпания «Город».